В Актау арестовали главу городского филиала фонда медстрахования. Его подозревают в хищении 17,5 миллионов тенге. Вместе с ним по делу проходит директор одной из медицинских фирм. Компания заключила договор закупа медуслуг в рамках объема бесплатной медицинской помощи с фондом. В базу Минздрава вносили ложные данные о людях, якобы получивших лечение или консультацию врача. Якобы оказывали бесплатную медицинскую помощь с гражданам, фактически эти услуги не оказывались. На сегодняшний день подозреваемое лицо взято под стражу, следствие продолжается. Задержанный Руслан Бектубаев, к слову, еще и бывший глава облздрава. В СИЗО он уже 2 месяца. Его подельница под подпиской о невыезде. Экс-директору филиала грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.